утро, дорогие телезрители! С вами рубрика «Высший вкус» и я, Сауле Конкабаева. Я, как всегда, нахожусь на нашем любимом рынке Алтай, где все продукты хорошего качества и всегда свежие. И сегодня я нахожусь именно где сухофрукты. Почему? Потому что мы сегодня будем готовить десерт, который понадобится только сухофрукты. Итак, давайте делать покупки. Дайте мне, пожалуйста, финики, чернослив, миндаль и грецкий орех. Доброе утро! Итак, мы уже сходили на рынок Алтай, закупили все необходимые нам продукты, и сегодня мы собираемся готовить десерт. Со мной, как всегда, моя со-ведущая – это Гульмира Акимова, ведущая курсов, вегетарианских курсов Говинда, а также хозяйка магазина Джаганатха, который находится на проспекте Молдогулова, 30А, в торговом доме Алия, бывший Улжа. Итак, Гульмир, у нас сегодня такая вот финишная прямая, так скажем, да, перед самым праздником, самым таким любимым и долгожданным Новым годом. Мы сегодня будем готовить десерт. И какой у нас десерт? Осталась самая приятная часть, это сладкое. Значит, готовим шарики мы сегодня два вида из сухофруктов. Мега полезные шарики. Просто советую взять на заметку тем, у кого низкий гемоглобин. Это будет очень полезно. Итак, с чего мы начнем? Мы будем все я так понимаю, что я буду вот это вот перемешивать, да? А у вас? У меня будет свой вид шариков, а вы свой замешаете. Шарики из сухофруктов у нас идут финики. Их нужно очистить от косточек и перемолоть в мясорубке или блендером. Есть также чернослив, он у нас без косточек, просто его будем перемалывать. И орехи, их можно нарезать ножом или блендере, как мы это сейчас сделаем. В конце мы это обваляем, после того, как перемешаем. Здесь кокосовая стружка, сгущенка и снова кокосовая стружка, потому что мы будем эти шарики обвалять, да? А здесь еще у нас орехи, миндальный орех, он уже обжарен, очищен. Будем его закладывать в центр шариков наших. Консистенция должна быть такая, чтобы шарики потом лепились. Они должны постоять, эта смесь. Ну, где-то ночью, правда, желательно. Итак, мы с вами все замесили. Теперь что будем делать дальше? Далее все очень просто. Мы это все скатаем в шарики и обваляем в кунжуте и кокосовой стружке. Да, если вдруг у вас так получается, что времени все-таки не хватает на десерт, а вам хотелось бы попробовать вот такие замечательные шарики, вкусные и полезные, то вы всегда можете прийти в магазин Джаганатха, который находится на Молдогулова 30А в торговом доме Алия, бывшего Улжа, и там приобрести разного рода вот такие вот шарики. Так, Гульмир, смотрите, мы с вами уже все приготовили, так красиво оформили наши конфетки. Смотрите, какие они красивые, вкусненькие уже на вид. Сейчас мы их будем пробовать. Очень вкусно. Ну, давайте, Гульмир, уже нам осталось, мы уже все попробовали, нам осталось пожелать нашим телезрителям в наступающем новом году всего самого хорошего. И вот хотелось бы послушать ваши пожелания. Хорошо, Сауле. Но прежде я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы готовили ранее. Если вы помните нашу первую съемку, мы готовили манты с соусами, потом готовили овощную запеканку с закуской в виде чебуреков, также мы готовили салат оливье, и сегодня мы приготовили такой сладкий десерт.
И ваш праздничный стол, он будет готов. Так что я желаю, чтобы у вас всегда на столе были полезные продукты, которые принесут вам здоровье, которые принесут вам счастье, которые будут приятны вашему сердцу и вашим близким. Я желаю, чтобы Новый год он был еще более успешный, чем этот год, чтобы было больше счастья. Ну и я, в свою очередь, тоже хочу пожелать вам, дорогие наши телезрители, это крепкого-крепкого здоровья. Пусть все, что вы задумали, загадываете на следующий год, 2020 год, он все это исполнится. Все то, что вы хотите, чтобы оно у вас обязательно сбылось. Ну и, конечно же, смотрите нас на телеканале Рика ТВ. Обязательно покупайте все вот эти здоровые и нужные продукты в магазине Джаганатха, который находится в торговом доме Алия на Малыгулова 30А. Ну и мы постараемся всегда радовать вас новыми сюжетами и интересными темами. А с вами была рубрика «Высший вкус». Я Сауле Канкабаева. И я Гульмира Акимова.